Здравствуйте, дорогие друзья! Представляем вашему вниманию стильные современные светодиодные торшеры CityLux CL804 серии Defense, которые своим дизайном перекликаются с одноименным деловым кварталом в Париже. Они выступают как отдельная самостоятельная серия современных светильников. Торшеры представлены в двух цветах – черном и белом. Прямоугольный корпус этого напольного светильника выполнен из металла, окрашенного матовой текстурной краской. Рассеиватель изготовлен из полимера. Высота модели 122 см. Светильники достаточно легкие и при этом очень устойчивые. Их запросто можно переносить с места на место, даже не отключая от сети, ведь у них очень длинный шнур, почти 2 метра. Если быть точнее, 1,80 м. Источником света являются встроенные светодиоды мощностью 36 Вт и цветовой температурой 4000 Кельвин. Это нейтральный белый свет. Торшер оснащен сенсорным выключателем, который удобно расположен на верхней рамке. Чтобы его легче было найти в темноте, изнутри он подсвечен. Короткое касание. Выключает торшер или включает его. Длинное касание. Увеличивает яркость или уменьшает ее. При выключении уровень яркости запоминается, то есть при включении торшер включится в том же положении, в котором он был выключен. Торшеры этой серии отлично подойдут в помещения, которые оформлены в таких современных стилях, как скандинавский, модерн, минимализм или хай-тек. И, как оказалось, их можно использовать неочевидным способом, ну, например, как подставку для рук или как вешалку для наушников. Точная идея. Пойду-ка я их дома примерю.